один игрок начал идти. И при этом вышел и просто уверенный поставил хедшот. Но 5-5, и у просто нету денег. Ну и они начинают жать улицу, попытается забрать Фредди и выбить из него девайс, но он всю эту движуху слышит, забирает двоих легчайших, и по третьему также работает без проблем. Фредди Би оформляет хэт-трик. Жестко. Жестко, конечно, не проверили упорную позицию здесь просто, к сожалению, вот эта вот аркада улицы закрылась просто-напросто на корню сейчас. Ну и Кензар с крашем остается вдвоем, хотя Кензар кто-кто, Кензар-то смог здесь сейчас обеспечить два минуса для своей команды, еще и краш. Дезерт Игла хороший хедшот, но дальше уже Фредди Би здесь подключается, кстати говоря, Эйс вообще дал, но против эко-раунда, Эйс, ну...